В данном курсе будет рассмотрена сборка цепного транспортера. Данный транспортер состоит из двух одинаковых модулей, в каждом из которых есть подвижный корпус, управляемый гидроцилиндром, и цепной привод со стандартизированной звездочкой и цепью. В течение курса мы изучим создание параметрических деталей с помощью функционала SolidWorks на примере цепной звездочки, поработаем со справочной литературой, научимся размещать компоненты в сборках на нужные места и задавать между ними зависимости. Научимся искать стандартные детали в интернете, такие как подшипниковый узел и гидроцилиндр. Научимся оптимизировать их для собственных нужд. Рассмотрим создание массива в цепи. Рассмотрим возможные варианты работы с крепежными элементами и линейными массивами. Создадим варианты конфигурации и варианты отображения в сборках. Создадим анимацию работы цепного транспортера. Рассмотрим функционал, спецификации SolidWorks, создадим чертеж сборки и рассмотрим чертежный функционал.